я потом. Еще одну, Вов, еще одну. Открытие выставки. Книга России, это что? Книга России, да. Здесь такие стенды хорошие. Это лазер, у нас семейный досуда. Ты можешь себя показать? Вот Дашков там, да. Это интересно. Вау, снимай. Поздравляем вас с выставкой. Спасибо. Поздравляем вас. Поздравляем. А снимаешь, Володь? Да. Поздравляем вас с выставкой. Спасибо. Снимаешь, Володь? Да. Здравствуйте, поздравляем вас с выставкой. Спасибо. Всего доброго вам. А где Володя? Он туда пошел. Поздравляем вас с выставкой проведения. Мы очень рады, что... Кто мы? Вы не... Когда? Мы представляем самый лучший в мире фильм «Медведев и Путин. Мировые лидеры». Все россияне говорят дружно и согласно. Да, второму президенту сроку Дмитрия Анатольевича Медведева. Курсу сам подписинка «Дом Медведева Путина» партии «Единая Россия». Мы выдвинули наш фильм, газету, сайт на государственной премии России для нашего руководителя Медведева и Путина. И мы очень рады, что на этой грандиозной выставке вот вы представляете дружеское нам государство, союзное государство Беларусь. И мы считаем, что сегодня как раз благодаря нашим руководителям Медведеву и вашему Лукашенко как раз взаимодействие наших государств находится на самом высоком уровне благодаря Путину. Вот тоже скажите, пожалуйста, насколько... Не только благодаря Путину, но хорошо. Да, Медведеву, да. Медведеву. В первую очередь Медведеву. Скажите, Медведеву, благодаря Медведеву. И Лукашенко с вашей стороны. И еще это. Да.